14 июня по 15 июля в нашей стране пройдет чемпионат мира по футболу. Если вы решите посетить один из городов, где будет проходить это грандиозное спортивное событие, то у вас будет всего 3 дня, чтобы встать на учет по месту пребывания. Для этого вам нужно обратиться в территориальные органы МВД или многофункциональные центры, предоставляющие госуслуги, с паспортом, заявлением и документом о временном проживании. Кстати, паспорт болельщика не освобождает его владельца от регистрации по месту пребывания, а ее отсутствие может грозить штрафом от 2 до 5 тысяч рублей. Новый порядок не распространяется на граждан России, которые с 25 мая по 25 июля будут находиться в больницах, гостиницах, санаториях, домах отдыха, пансионатах, туристических базах и прочих местах временного пребывания и размещения. Если вы решите приехать поддержать любимую команду на своем автомобиле, то следует учесть, что во всех городах, где пройдет чемпионат, будут введены контролируемые и запретные зоны. В контролируемые можно попасть только после тщательного досмотра вещей и транспорта. Запретные зоны не пропустят без служебной необходимости. Границы контролируемых и запретных зон будут обозначены специальными знаками. А вот въезд автобусов и вовсе будет запрещен. С 1 июня по 17 июля на территорию Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Самары. С 1 по 30 июня на территорию Волгограда, Екатеринбурга, Калининграда и Саранска. Исключение сделают для автобусов, которые совершают рейсовые поездки по регулярным маршрутам, а также тех, которые обслуживают непосредственно сам чемпионат. Кстати, в Нижнем Новгороде по 7 маршрутам будут курсировать специальные шаттлы для болельщиков и волонтеров. Проезд в них будет бесплатным, причем не только для поклонников футбола, а для всех. Утвержденные Международной федерацией футбола правила поведения зрителей на стадионах чемпионата мира 2018 включают в себя список почти из 50 предметов, которые запрещено приносить на игру. Нарушителей ждет аннулирование билета и принудительный вывод со стадиона. Наряду с очевидными вещами, такими как взрывчатка, оружие, сигнальные ракеты, петарды, легко воспламеняющиеся вещества, есть и те, которые по незнанию могут оказаться у вас в сумке или карманах. Огнеопасные изделия, за исключением спичек и карманных зажигалок, лекарственные препараты более 7 различных наименований и средства медицинского назначения, за исключением предусмотренных рецептом врача, которые необходимо носить с собой, термосы, фляги, стеклянные емкости, жидкости в объеме более 100 мл, продукты питания, за исключением детского. Любые сыпучие вещества, кстати, духи, пудру и другую косметику, придется оставить в камере хранения. Бумага в рулонах или пачках, кроме баннеров и плакатов, музыкальные инструменты, за исключением горнов и дудок, животные, велосипеды, самокаты, ролики, скейтборды. Под запрет попали рабочие инструменты, складные стулья и бронежилеты, а также штативы для фото и видеосъемки, дроны, селфи-палки и даже зонтики длиной более 25 сантиметров. Впрочем, если во время матча чемпионата мира будет неблагоприятная погода, то запрет на зонтики снимут. Чемпионат мира по футболу 2018 начнется 14 июня на стадионе «Лужники» в Москве, где наша сборная сыграет с командой Саудовской Аравии. Болеем за наших!